Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске». Сегодня мы находимся на стадионе «Прогресс», где проходят показательные выступления по фигурному катанию. И как вы уже догадались, программа наша посвящена сегодня именно этому виду спорта. Сейчас со мной рядом Тырышкина Галина Ивановна, это тренер по фигурному катанию. Галина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно у нас в Бийске вообще работает секция фигурного катания? Ну, у нас не секция, мы громче можем сказать, у нас общественная организация ветеранов спорта «Позитив плюс». Работаем 6-й год. Участвуем везде, где можно и нельзя. А вообще у нас есть календарно-тематический план на каждый спортивный сезон, где мы выбираем, куда поехать. Были в Бердске, были в Новосибирске, в Барнауле, естественно. Ну и сюда приглашаем, в Бию. У нас ежегодно, уже 3 года подряд проводятся традиционные соревнования, рождественские старты, которые мы проводим в нашем крытом катке Бия. Приглашаем судейскую бригаду и детям присваиваем разряды. Вот. У нас тренируется всегда 35-40 детей. Больше, можно больше набрать, желающих намного больше, но мы в середине сезона их не берем, чтобы не было травматизма. Галина Ивановна, скажите, пожалуйста, сложно ли нашим бийским деткам вообще угнаться за соперниками, за ребятами из других более крупных городов, более развитых? Нет, но угнаться не сложно, просто если будет лед. Те дети, где есть искусственный лед, они катаются минимум 10 месяцев в году, минимум. Вот. Ну а с Барнаулом, в принципе, я не вижу там таких сильных конкурентов. В принципе, мы с ними на равных соревнуемся, не имея льда, имея лед в 3 раза меньше, чем они. Я вообще удивляюсь, конечно. Расскажите, кого вы сегодня привели? Я никого не привела, я пришла, здесь выступают мои ученицы, я учитель физической культуры в школе. Мне очень приятно, когда они меня приглашают на выступление, но посмотрите, никаких условий нет для зрителей, никаких условий нет для занятий, если зайти внутрь. Я думаю, что если бы были выделены деньги, если бы на секция бы... У секции бы были условия, люди бы пошли сюда активнее. Очень приятно смотреть. Вы знаете, слеза иногда наворачивается. Хотя я, в общем-то, посторонний здесь человек. У моего ребенка здесь нету, родного ребенка. Но есть мои ученицы. Я очень за них рада. Спасибо огромное тренерам, можно сказать, энтузиастам. То кто для ваших деток выбрал этот вид спорта? Вообще они сами. Мы когда услышали, они пошли просто покататься, оделись и пошли просто на Зарику, а еще тогда на Зеленке был. Мы туда просто пришли. Они это просто хотели, увидели, что секция, мы записались, и уже теперь уже 7-й год. И вот они прям с душой, они горят, я говорю, давайте бросим, дорого это все, негде кататься, давайте другой спорт. Нет, они хотят, им это нравится. Ну ради ребенка на что не пойдешь, давайте кататься. Дана, как давно ты занимаешься фигурным катанием? 8-й год. 7-й. А сколько тебе лет? 10.
Во сколько ты встала на коньки? 4. 4 года? А расскажи о своем спортивном пути. Я хочу стать олимпийской чемпионкой не только Алтайского края, но и миром. Хочу сделать все четверные и хорошо вращаться. А что ты для этого делаешь? Пытаюсь сделать все правильно. Слушаю тренеров, езжу на сборы, тренируюсь почти каждый день. А расскажи, чем тебя так привлекает этот вид спорта? Что в нем интересного, необычного? Даже не знаю. Здесь интересные задания, интересные упражнения. Коньки — это для меня все. А вот сейчас насколько тебе интересно и увлекательно кататься на льду, на коньках? Очень интересно. Ты каждый раз познаешь новые какие-то элементы. Я недавно стала прыгать аксель. Вот. Что такое аксель? Расскажи нам. Ну, это такой прыжок, который выполняется с перебежки назад. Вот. То есть здесь вообще, когда вот ты катаешься, здесь очень важны руки, скольжение и никаких зубцов. Вот. То есть нам Галина Ивановна говорит всегда, то есть прежде чем сделать какой-то элемент, надо его продумать в голове, в любом случае. А, Варя, как давно ты занимаешься фигурным катанием? Ну, я занимаюсь 6 лет, 4 года. А, расскажи о своих успехах. Что тебе уже удалось, чего достичь удалось и чему научиться, собственно? Ну, у меня получается уже хорошо прыжки, разные вращения. Ну и я всегда стараюсь. А почему ты выбрала такой вид спорта? Или тебе родители, может быть, подсказали? Ну, мы когда-то с мамой пошли на каток, стали кататься, а потом мы увидели секцию и решили записаться. Настя, скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно этот вид спорта? Он красивый и тяжелый. А как понять красивый? Расскажи поподробнее. Ну, что привлекает, что нравится? Что некоторые не умеют кататься на коньках, и им кажется, что это невозможно. Вот. А ты считаешь, что это возможно? Да. И расскажи, насколько это просто для тех, кто боится встать на коньки? Ну, может быть, ты дашь пару советов для новичков? Надо поверить в себя и думать, что все получится. Мы посмотрели готовые показательные выступления. А вот как же проходит тренировочный процесс, мы узнаем прямо сейчас. И я встану на коньки вместе с ребятами. Так, давайте теперь в обратную сторону. Друзья, что хочется отметить, что со мной на льду сейчас дети 2015 и 2014 годов рождения. Представляете, им всего по 5-6 лет, а они меня уже на коньках учат кататься. А у Кристины какая ошибка? На пружинку не садится. На пружинку Кристина не садится, а мы все садимся. Еще раз показали. На пружинку это как? Да, сгибаем колени. Вот так, да? Да, руки в стороны, как стрелы, ладони вниз. Ой! Сложное упражнение. Так, а следующее упражнение у нас саночки. Так, кто покажет у нас? Все. Друг на друга руки проверяем. Так, это просто надо вот так, да? Да, это в полном приседе, грудь на колени. О, умница! Очень хорошо. Ну вот видите, уже чему-то Кристину научили, да? Да. Давайте с вами вспомним змейку назад. Запятые рисуем, руки натянуты, как стрелы. Спинка ровная. А, Галина Ивановна, скажите, пожалуйста, вот что нужно на начальном этапе уметь, чтобы хотя бы базовым элементом обучиться в фигурном катании? Ну, координацию движений. Это самое главное. Они ведь у нас осенью прыгают, бегают, стоят на одной ноге.
Вот координированные дети, они у нас и катаются. Не координированные, они у нас валяются. Вика, направо, руки сели на пружинку и покатили, Сонечка. Вот этот элемент называется скольжение на одной ноге. И прокатываемся. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ножка свободная, натянута. Молодец. Руки натянуты, верхняя часть плечевого пояса. Ножку свободную натягиваем. Ножку свободную натягиваем. Сейчас на льду уже старшая группа, это дети примерно 2009 года рождения. Если за младшим я еще хоть как-то могла повторять элементы, то здесь мне уже действительно сложно вот так сходу просто взять и выполнить, например, перебежку вперед. Но буду пробовать. Скорость набираем! Скорость набираем, Сереж! Шире, шире, шире! Шире шагаем. Кристина, вот схода вперед, на ход назад. Вот. Все, пошла входом вперед. Винт. Сначала открытое положение, потом группировку. И не надо, как в центрифуге. Все одновременно, но недалеко. Учим Кристину вращаться. Посмотрели простые элементы скольжения, вращения. А вот что касается прыжков. Можем мы сейчас... Я вот могу сейчас прыгнуть как-нибудь, хотя бы немножечко? Конечно. Есть самый простейший прыжок в фигурном катании. Это перекидной прыжок. Он стоит полоборота. Он самый дешевый в судействе фигурного катания. Вот посмотрите, это прыжок с одной ноги на другую. Ну попробуем прыгнуть. Да. Главное не упасть. Толкаемся наверх. Наверх. Пупкова, руки. Руки. Мне дети сказали, что я еще перебежку назад не выучила. Какой мне прыжок? Ну, в принципе, я с ними согласна. Потому что вот даже перенести на льду вес с одной ноги на другую, все это сделать в прыжке, ну, это очень сложно. Ребята, что я хочу сказать? Если честно, то я вам даже немножечко завидую. Вы такие маленькие, уже умеете выполнять столько разных элементов. Спасибо вам большое за то, что научили меня хотя бы каким-нибудь простым элементом, вращением, перебежкам и хотя бы самое главное, как тормозить правильно, потому что до этого я это не знала. Ну а на сегодня наша программа заканчивается. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.